Друзья, если вы наткнулись на это видео, вы столкнулись с проблемой новой почты, как она нас всех достала. Я вам расскажу способ, как сделать так, чтобы ваша доставка была бесплатной или сведена к максимуму минимуму. Досмотрите видео до конца. С вами Apple Expert. Смотрите, друзья, такая история. Мне пришла посылочка, я заказал там ветровичок себе на мотоцикл. Он там весит 100-150 грамм, объемом там может 20 на 30, не знаю. Но, короче, эта покупка, в принципе, не стоит той доставки, которую вы сейчас можете увидеть. Вот то, что как было изначально, и то, что когда я позвонил после звонка. То есть вы действительно можете скосить эту сумму. Все, что вам нужно, это позвонить на горячую линию, задать необходимые вопросы. Звонок был простой. Жаль, что я, конечно, его не записал, но оно звучало примерно так. За что у меня 300 гривен доставка, плюс там цена была 2500. Они мне объясняют, это была упаковка объемная, коробка, потом бумаги они тогда насовали, потом какой-то полиэтилен непонятный. Ну, короче, я говорю, я не хочу платить за макулатуру, за вот это все, говорю, иначе у вас будет просто плохая реклама, так это не работает. Они сказали, что подождите минуточку, естественно, они дают промокод вам, либо они применяют его сразу, либо вы его потом применяете в разделе промокод. Можно ввести, и вы сводите сумму к нулю, либо же к минимуму, чтобы заплатить. И все, ничего сложного нет. Просто с каждым годом компания себе больше и больше позволяет. Все больше и больше мы платим за эту макулатуру, за эту галимую доставку. Ладно, там бы какой-то был сервис супер важный. И как бы, ну и вообще, в принципе, это касается тех людей, кто там бережет копеечку чисто ради интереса. Ну блин, что я должен платить действительно за эту макулатуру? Я ее с собой не забираю, я ее потом так оставляю, и потом люди просто ее используют дальше, ну, работники именно новой почты, дальше так же самое используют, нагреваются на покупателя, на нас с вами. Поэтому зачем это делать? Просто звоните, даете свою претензию, они идут вам навстречу, и все, как бы. Все это дело работает, сами наглядно видели, действительно, это не так уж и сложно. Если у вас останутся какие-то вопросы или есть у вас своя личная история, напишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать, ответить вам на все вопросы. Дальше больше, скоро увидимся.